Всем привет! Сейчас я хочу снять обзор рыбного отдела в Атолле. Мне очень нравится как сам магазин, так и этот отдел. Не знаю почему, но здесь продают кукурузу. Соленую, сладкую, воздушную. К рыбе она такое отношение себе имеет. Это скорее крупы. Ну ладно, что у нас дорогой продукт? Стейк семги. Какая цена? Так, филе трески. Кальмар. Что это? Бигша. Что это? Треска. Акция. Что это? Горбуша. Так, консервы снимать не буду. Минтай такой цене. Камбала. Это что? Дорадо. Приличная цена дорадо. Так. Умбрия. 298. Вот мне нравится здесь очень морская капуста. 200 с чем-то рублей. Салат из морской капусты. Очень вкусно, мне нравится. Кроме того, холодного копчения рыбка по такой цене. Сельдь. Вот селедка мне нравится тоже в Атолле. Всегда хорошая была. А еще в магазине Орловский каравай на Ленинской. Тоже хорошая селедка была раньше. Сейчас не знаю, я уже давно и не ел. В общем, селёдочка хорошая. Вот такие цены, в общем. Копчение, копченая селёдочка. Это что, масляная рыба. Скумбрия холодного копчения без головы тоже. Вот. Сардина мне нравилась раньше, когда я рыбу ел. Очень нравилась сардина. И моего тоже. Прям аппетитный на вид, свеженькая такая. Корюшка тоже мне нравилась. Вобла. Даже лещ вяленый. Я тоже покупал в Атолле, кушал раньше. Камбала вяленая. Чихонь вяленая рыбка такая. Пиво судак вяленый. И горбуша потрошенная без головы. 750 рублей. Вот такие замечательные цены в магазине Атолл. У кого денежки есть. Ну, в принципе, есть и недорогая рыба. На любой кошелек, так сказать. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал «Видео из Орла». Дмитрия из Орла. В Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. До новых встреч!